Добрый день. Хочу рассказать про одно упущение дизайнеров в классе вот таких вот аппаратов. Их очень много. Это Hewlett-Packard 1010, Hewlett-Packard 1012, 1015, 1018, 1020, Canon 2900, Canon 3000 и так далее. Все они вот в принципе одинаковые, вот так вот. Внутри картридж, там сюда выходит бумага, вот так. А входная бумага, на которой печатают, вот она, вот ее, как говорится, место. Волшебная вещь вот эта, вот все думают, что это такое, что это такое. Это для конвертов. Вот когда короткая бумага здесь, это толкатель бумаги. Вот так вот. Вот. Ну, вот здесь вот. Понятно, да? Вот бумажка лежит. Ну, это я отвлекся. Разговор идет об вот этой части. Как мы видим, вот это вот стандартная ситуация. Мы берем бумагу, много бумаги, ложим сюда. Здесь ушками подправляем, все правильно, там все хорошо. Вот. Все нормально. Принтер печатает, забирает бумагу, отсюда выдает. Проходит день, два, три, четыре, пять. И пыль, садящаяся сюда, попадает вовнутрь аппарата вместе с бумагой и наносит вред аппарату внутри. То есть картридж срабатывается, барабанчик срабатывается раньше, намного раньше. Вот эта штука. Вот эта штука срабатывается. Голубенькая, зелененькая. И мы получаем проблемы на печати. Что делать, чтобы этого не происходило? Особо ничего в данном случае, но это такой как бы маленький принтер для дома, для семьи, для малого офиса, поэтому лучше всего делать вот так. Не печатаете, закрываем. Но мы ленимся, и мы никогда этого не делаем, поэтому мы получаем вот это вот. Ну, как бы не сильно страшно, да? Однажды меня вызывают на такой принтер, говорят, поремонтируй. Я такой... Иду. Беру отвертку. Иду, прихожу. Так вот, начинаю разбирать принтер. Снял крышки, все снял. Давай смотреть, что тут, как. Добираюсь до этого, все нормально, ничего не вижу. Вдруг какая-то там пружина торчит. Я давай плоскогубцами тянуть. Нахожу эту пружину, вот она пружина, тяну. И достаю оттуда ключи. Вот так вот, тупо на связке ключи. Я долго ржал. Со мной ржали клиенты и говорили, отлично, это ключи от нашего туалета, ура, ура. Ну, вот такая вот сказка про ключи. А вот какая должна стоять крышечка. Вот открывается, ложим бумагу, закрывается, и сюда ложим бумагу приоритетного лотка. Вот. Да. Ну и какой вывод, что делать, если здесь нету крышки? Ну что делать? Есть два варианта. Первый. Поставить здесь часового. Вот так. Вот здесь, вот так. И дать ему рогового часа. Он будет стоять и тут пыль сметать. Вот такой часовой, вот этот пыль сметать. Это один вариант. Второй вариант.
здесь вот конвертик такой аккуратный, конвертик, чтобы сюда можно положить, здесь положить $50 для мастера, который придет, не просто они включить.